Анапа вновь приглашает на международную выставку путевок. С 10 по 12 февраля на курорте состоится международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России-2016». В своей экспозиции представят санатории, пансионаты, частные гостевые дома, детские оздоровительные центры. Профессиональную направленность выставки поддержат и деловые мероприятия, среди которых презентации, круглые столы, семинары. Участники и гости «Самого яркого солнца России» смогут установить деловые контакты и сделать хороший задел на грядущий сезон. На данный момент зарегистрировано более 120 предприятий, из них 35 представляют санаторно-курортную отрасль нашего города. Телерадиокомпания «Анапа Регион» является информационным партнером выставки. «Анапа. Самое яркое солнце России-2016» ждет гостей с 10 по 12 февраля в спортивном комплексе по адресу село Витязево, проспект Южный, 20.